Привет, ребята! Сегодня у меня опять рисуночки, и это куколки Лол, большие в стиле Леди Баг. Я буду немного экспериментировать, а вы оцените, что у меня получилось. Поехали! И сразу отвечаю, да, я долго не снимала, каюсь, очень-очень каюсь. Но у меня, как и у всех творческих личностей, бывают периоды невдохновения. Муза покидает меня, и мне не хочется ничего делать, и в эти периоды я только рисую. Много рисую, учусь рисовать, так как я еще все-таки на учебном этапе. Ну и вот в такие вот дни я, кстати, создала это видео. Так что оцените мои старания. Ну а я обещаю справиться. А еще я начала учиться рисовать анимацию, пока я еще только совсем новичок на начальном уровне, но мне уже очень это нравится, и я хочу продолжать, так что вот я немножко вставила свои анимации, пока еще начальной, но я надеюсь, вам понравятся мои старания, надеюсь, она будет улучшаться. Поддержите меня лайком! Это Габриэль Агрес. Так, только не смеяться. Ну, потому что я сама очень смеялась, когда увидела его в виде куклы Лол. И это еще не самое смешное. Да-да, бражника я тоже нарисовала. Вот здесь можно смеяться, потому что я хохотала до упада. Если бы злодей выглядел как кукла Лол большая, это было бы, ну, просто смехотворно. И никто бы его уже не боялся. Ну а теперь посмотрим их все вместе подборочкой. Ну, мне кажется, так удобнее их рассматривать и сравнивать. Thank you.
ладно, только не смейтесь. Ну да, выглядят они смешно. Хотя нет, смейтесь и смейтесь до упада. Они реально выглядят смешно. Ну что, вот такая подборочка у меня получилась. Как вам мои креативные образы? Поддержите меня лайком, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже поддержите, я все-таки старалась. Ну и на этом мое видео подошло к концу. Если вам понравилось такой стиль и хотите еще каких-то героев увидеть в таких экспериментах, пишите, на каких героев сделать подборочки. Я постараюсь, может, что придумаю. Ну а мы с вами увидимся уже в новых видео. Всех вас люблю, целую и пока!